глава администрации Бочелечинского муниципального образования Юрий Романович Питер поздравит вас, сейчас скажет. Ребята, всем добрый день. Но вы видите, что мороз не сошел, потому что у вас так много приехало. И вы настоящие сибиряки и не побоялись мороза. Ну, во-первых, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Не забудьте поздравить своих родителей, бабушек, дедушек. Желаю всем здоровья, удачи в спорте. А сегодня победит, конечно, сильнейший. Но подарки получат все. Всем удачи! Ура! Все, сказал, здравствуй, Дедушка Мороз, о, борода привет, из ваты. Привет, посох не взял. Посох не взял. Неудобно с собой брать так же, как ружье. Привет. Давай, помни, вдохнови их. Дай мне палку какую-нибудь, не знаю. Лыжную палку какую-нибудь возьми. Петрович! Нету лыжных палок, еще не пришли. Вот она. Так холодно, Дед Мороз сам замерз. А что без лыж, Дед Мороз? Он на санях. Колесница, он у него стоит. Лени нету, пришлось снегоход заводить. Так, быстрее. Современный Дед Мороз. Олени замерзли. А похудели снычи с этим кризисом. Дешевле бензин купить, чем стюк сена. Лыжи разбирают пускай, да? Все уже. Быстро-быстро разминаемся. Лыжи берем и смотрим травку. Гена, Мише привет передай. Привет, Михаил. Привет. Привет! Сегодня у нас в Большой речке проходит соревнование по лыжным гонкам. Приз главы Большереческого муниципального образования. Сегодня у нас приехали здесь спортсмены с Маркова, Смоленщины. Сейчас начнется уже старт. По-моему, 2005 год сейчас стартует. 5-6, по-моему. Дед Мороз у нас там приехал, современный. На снегоходе. Олени, говорит, замерзли. Привет, пришлось ехать на снегоходе. Вот, уже сейчас стартуют. Вот сейчас буду показывать, кто там бежит. Я здесь стою на перекрестке таком. Регулирую движение. Дистанция у них сегодня небольшая. Километр, по-моему, у младших. И 1,5 километра, по-моему, у старших. Сегодня, так скажем, такая праздничная рождественская гонка. Поэтому... расстояние небольшое, ну, чтобы дети развеялись. Дима. Упал кто-то. Здесь такие у нас трасса такая крутая. Вот они вниз, куда все уходят. Еще одно падение.
Аккуратней, аккуратней. Везде крутые повороты. И вот там дальше подъем, они поднимаются. И на финиш. О, первые финишеры пошли. Дима прибежал. Молодец, второе место, восьмой номер. Вот стартовала вторая группа. Там у нас бежит Надя. Вот Дарья сейчас бежит первая. Надя вот бежит. Давай, Надя, давай, давай. Поднажми. Финиш, еще давай. Давай, 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 давай. Она упала на повороте. Давай, давай, Лиза. Так, стартанули у нас самые старшие. Вот они сейчас появятся. Сейчас посмотрим, как они летят, какая у них скорость. Здесь у нас с горы как раз. Мальчики, первое место. Жуков Дима. Девочки. Так, девочки. С Новым годом хочу пожелать. Слушайтесь родителей, занимайтесь спортом. Всего вам хорошего. А я рядом с вами все вижу вас. Наблюдаю, записываю на камеру. С какого числа начинаем? Даже третьего. Мы жаждем, тренироваться. Вот Лизина предложение гораздо лучше. Нет, я третьего. Третьего числа в 11 или 12? 12. В 11 еще холодно. 12. Ну все, 3-го, 12 часов.